Всем чики бамбони, смотрим видео. Anyway, начинаем. В общем, я жду убийства бита. Но я уверен, что это будет. Игана сари мордогили. Примитивная мелодия, обычная совсем, без ударной части. Он ее уже разнес, он своим флоу просто добавил там ударов, и это он устроил бодибэк мелодию уже с самого начала. Хотя там еще не было никаких ударов. Сейчас начнется эпик. Ой, хорош, хорош. Все такое немножко ведь новой школы очень разбавляет его fast flow, этот мощнейший flow. Рифмовка, как всегда, бесподобна. Да? Он словно связан сейчас с девушкой. Девушка сидит в телефоне, и он словно выводит ее погулять, чтобы она начала любить и ценить мир. Да? Агрессивный. Ой, теперь. Автотюн. Очень ярко, да, вот эта вторая половина, как это, ну, уже пошла боль такая, ну, такой, когда начался более экспрессивный флоу, да, тут появляются новые локации, они более интересные, они тут, ну, смотрите, тут прям какая-то машина, она в каких-то веревках, мхом поросла, в общем, интересное уже решение. Дождик. Ну, эффект тоже яркий, который видят. А, у него не одна девушка, у него тут несколько девушек. Горем. Ну что, они в те все в телефонах? Они ему не интересны. Точнее, он им не интересен. Как всегда, убийство бита совершенно верно, да. Он почитал рэп и все, его уже, сзади его уже оба на ствол подставили к спине. Ой-ой-ой, все, руки вверх, и его арестовала полиция за убийство бита. Круто. То есть реально тут девушки словно не обращают на него внимания. В общем, во-первых, он убил бит, смел просто его. Очень круто, экспрессия, при этом и такая игривая манера была немножко исполнения. В некоторых моментах, да, похоже на New School, вся фигня. Словно
Он там пытается, он там и много движется, да, показывает себя такой, таким раскрепощенным. Водит там девушек по разным местам, но в любом случае интересно только телефон. И все, они там сидят. А вот он там что-то веселится там на своей волне. А вот они как будто вот такие все. В телефоне. Но а Битуму мы просто машем ручкой и говорим пока-пока. Добра, позитива. Чуть-чуть.